Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас великолепный суп-пюре. Без картофеля, без сливок, но он просто невероятный. Я обжариваю лук. Я нарезала крупно, так как мы все равно будем измельчать все погружным блендером. Пошел запах лука. Я добавляю чесночок. И все это немножко обжариваем. Долго не обжариваем. Лук стал прозрачным, чтобы ничего у нас с вами не подгорело. Добавляем остальные ингредиенты. Это, конечно, кабачок. Цукини у меня. И брокколи. Я все это хорошо промыла. Обжариваем немножко. Добавляем соль. И специи, пряности. У меня сушеный чеснок, белый перец. И все это хорошо перемешиваем. Добавляем или бульон, или горячую воду. Вот, все у нас обжарилось. Все, я добавила кипяток. Теперь пробуем на соль. И варим до готовности овощей. Недолго, так как у нас все овощи готовятся очень быстро. Попробуем на соль. Так, еще надо подсолить. Накрываем крышкой. И до готовности. Я думаю, что до 10 минут. Наши овощи готовы. Посмотрите, цвет они не поменяли. Они мягкие, альденте, как я люблю. Все, измельчаем. Я уже выключила. Измельчаем при помощи блендера. Вы не забывайте подписываться на мой канал. Наш суп готов. Посмотрите, какая это красота. Цвет, вкус, консистенция. Без картофеля, без сливок. Он просто нереальный. Давайте попробуем. Очень вкусно. Всем спасибо, что вы были со мной. Великолепный суп готов. При подаче я поливаю немножко оливкового масла и сухарики. Вкус невероятный. Как всегда, рецепт под видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. Я поставила на плиту немножко довести до кипения.